разница статистически значима. И осталось проверить, будут ли устойчивы результаты, если мы поменяем исходную переменную на ее дубликат. Заменил эту переменную на ее дубликат. Тест оставил прежними. Запускаю. А вот здесь мнения тестов разошлись. И как я уже говорил, именной тест Вилкоксона, он более точен. Поэтому скорее ориентироваться следует на него. Однако в силу особенностей кодировки, которая как бы не противоречит ранговости шкалы, свойствам ранговой шкалы, в именном тесте статистика оказалась настолько большой, что некоторые из необходимых, в частности, параметров, в частности, стандартная ошибка, не посчитана. Поэтому можно сказать, что здесь просто тест не сработал. Зато несколько более простая формула неименного теста знаков позволила рассчитать все параметры. Мы имеем согласованный результат, что действительно, опять же, более высокие значения для второй из сравниваемых переменных характерны, то есть гедонистические ценности среди изучаемой группы людей, среди европейцев, они стремятся скорее в правую часть шкалы, а ценность достижения в левую часть шкалы с точки зрения рангов. Таким образом, можно сказать, что, по крайней мере, один из тестов справился с данной задачей и смог показать согласованные результаты и по исходной переменной, по ценностям гедонистическим, и по перекодированной переменной. Подводя итог, можно сказать, что непараметрические тесты действительно лучше работают с ранговыми шкалами, за исключением одновыборочного теста знаков. Там и параметрический тест, и непараметрический тест знаков, они показали результаты, которые не очень заслуживают доверия.